Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Aveo 2009 года выпуска. Двигатель 1.4, механика. Пробег на автомобиле 182 тысячи километров. Заменю на нем передние тормозные колодки. Поднимаю автомобиль, снимаю оба передних колеса и добираемся до колодок. Поднял автомобиль, снял колесо. Ну, как видно, колодка изношена. Ключиком на 14 откручиваю нижний и верхний болт. Также снимаю шланг с кронштейна, чтобы болт открутить. Направляющие ходят, но смазку мы заменим. Смазка есть. Снимаю пластинки снизу сверху. Чищу их и чищу под пластинками. Устанавливаю на место пластины. Беру новые колодки фирмы Sunshink SP1158. Вот такие вот колодочки, которые идут с радиатором, ставлю ее изнутри. Все, колодки стоят на месте. Теперь беру тряпочку и вытаскиваю старую смазку. Под поршень добавляю немножко смазки.
разгоняю ее и струбциной сжимаю. Перед тем, как поднять автомобиль, на бачке тормозной жидкости я открыл пробку, чтобы смотреть за уровнем. Уровень нормально. Поршень я вдавил. Теперь протираю и смазываю пальцы. Добавляю его внутрь смазки. Одеваю на место пыльник. Палец протер. Добавляю на вырезы смазки. Все. Палец сходит. Точно так же одеваю второй пыльник на место. Дождь сегодня у нас идет. Смазываю второй палец. И завожу его на место. Все. Второй палец тоже ходит. Подпора у нас нету. Ставлю на место цилиндр. И закручиваем болты. Зажимаю. Одеваю на место шланг. Все. С правой стороны колодки я заменил. Аналогичным образом меняем со второй стороны. После того, как заменим колодки, нажимаем на педаль тормоза 2-3 раза, чтобы у нас вот этот свободный ход выбрать. И на этом все. Замену передних тормозных колодок я закончил. Всего вам доброго.